смогла резко очень ответить слева. По 30. Сыграла драйв смешем Янкович. Водилось слышать такие разговоры, что ну вот как же так, игрок такого уровня. Вот сейчас уже на пар... Ну, ценой невероятного риска. Заработал бы. Сработал бэкхендж на подаче Янкович. Ну, конечно, Елене бы еще вот гейм свой на подаче взять для закрепления. Но и... многие игроки, и она, я думаю, что обязательно будет этим пользоваться. Ну что ж, и добилась своего, НН ей дала. Это с самого начала матча у нее было. Янкович не стал тянуть время. Техника. Дело техники. Начало матча. С таким огромным запасом.